Березники вошли в список самых комфортных городов России. Об этом сообщил Минстрой. Всего в этот лист вошли 9 городов Прикамья. Города оценивали по 36 категориям. Это комфортное жилье, благоустройство общественных пространств, уличная инфраструктура, а также общественно-деловая и социально-досуговая среда. В итоге краевая столица набрала 208 баллов. У Губахи 210, Березники по краю на третьем месте. Город набрал 303 балла. Отмечу, что населенный пункт считается благоприятным для жизни, если индекс качества в нем больше 180 баллов.